На территории города Чидерлунга в рамках проекта, финансируемого Европейским банком, продолжаются работы по прокладке канализационных сетей. До этого времени жители пользовались септиками, которые строили либо во дворе, либо за заборами, периодически их выкачивали. Для многих это было проблематично. Я вынес сюда, потому что я понимаю, что это загрязняем эту всю почву и экология. Потому что вот сейчас она уйдет, и с водой, и с канализацией мне проблемы не будет. Магистральные сети уже построены, мы начали подключение реальных потребителей. То есть люди уже могут пользоваться результатами нашей работы. А что будет устанавливаться возле потребителей? Индивидуальный колодец, дополнительный индивидуальный колодец, в который уже они подсоединяют все свои. Завершение всех работ, запланированных по проекту на 6 декабря, переносится. В ходе выполнения строительно-монтажных мероприятий появились изменения в проекте, поэтому окончание работ отодвигается на 2 месяца. И это, конечно, создает для жителей другие проблемы. Они требуют восстановления дорог до прихода зимы. Поэтому нужно чуть-чуть терпения. Все дороги, которые в каком виде мы их приняли, в таком виде мы их должны отдать обратно. Сейчас частично идет асфальтирование тех дорог. Все работы по основному проекту выполнены на 90%. В январе проект будет завершен с учетом всех изменений.